самодельно пришла в голову идея, что нам его тяжело в кафе просто выпустить. Там. Слушай, они где-то тут будут. Поднимать, чтобы развивать. Да, чтобы развивать. Конечно, придумали вот такую вот. Как покажем, как ей пользуется. Она очень сильно облегчает. Сейчас сначала покажем, а потом я кое-что скажу. Передам привет одному человеку. Тогда он пустая рука. Ну да, он такой. Легко одному. А, вот эти вот специально, да, чтобы с внешней стороны будут. Чтобы с внешней стороны. Так вот ее фиксируем. Как придумал, так сконструировал. Сконструировали. Тут маленько барашка не хватило. Ну, надо сделать барашка. Плоскогубцы все это поднимаем это на нужную высоту, если в банку перехитрил, высоко не надо. Все, мечтаю сюда отрезать и сделать шуруповерт, чтобы шуруповерт. Да, кстати, это будет вообще прям. Вот тогда еще и шуруповерт тут придется где-то хранить. Ну, если, конечно, на этот, на кто? На куботейнер надо повыше поднять. Ну, на трехлитровую банку, в принципе. Наверное, более чем достаточно. Центр, центр тяжести, центр тяжести посередине фляги. Соответственно, все легко. Да, точно. Так. Садись. Вон, бери. Доставай все. Мы обленились до такой степени. Значит, сейчас мы набираем мед прямо из-под станка, прям горячий еще. Прямо из-под медогонки практически. У нас промежуточный мед. Можно из-под медогонки, но он из-под медогонки получится нецыженный. Это качка меда. Какая по счету вот у вас, в принципе, там с 1 июля? Да? Третья, наверное. Или вторая. Смотря как понимать. Да, как понимать. Что понимать под качкой? Ну, мы просто какие-то семьи первый раз откачиваем, какие-то второй. Вот второй раз. Мед такой чуть-чуть посветлее, чем первый. Уже намного посветлее. Ну, так вот, сравнить. Да. Вот, смотри, банка меда. Говорят, что тут мед с цикорием. Поэтому вот такая... Но мы думаем, что он нам подкрасил. Потому что у нас цикорий подкрасил. Цвел донник и цвел экспарцет. А донник с экспарцетом вот, очень светлые сорта. Для тех, кто любит цикорий, не обязательно покупать в магазине, можно купить мед. Так, чик, разобрал. Да, вот, ага. Может, тут маленько не помешает. Ну все. Процесс. Ну что, ну, да, вот так вот, в принципе, несложно. Ну давай, черт. Одному человеку деду надевать. И сбережешь силы спину и так далее. Спину это да. Спина с флягой очень тяжело. Ну, а я хотел передать привет одному человеку за другому. Ну, как тебе такое, Илон Маск? Ну, тоже не понравилось.